За ініціативою виконавчого комітету Славутицької міської ради 15 січня відбулися громадські слухання з питань будівництва котельної на альтернативному паливі товариства «Наше тепло» потужністю 30 МВт та будівництво кафе у московському кварталі в районі житлового будинку номер 7. На початку відбулася презентація інвестиційного проєкту котельні. Проєкт предусмотрює собою будівництво котельной мощностью до 30 мегаватт, которая будет работать на альтернативных видах топлива. Это пеллета древесная, это пеллета агро в народе называемая, это и семечка, и солома, и соя, и другие виды пеллет, которые делаются из отходов сельхозпроизводства. Также это щепа древесная, которая получается путем переработки от дерева, отходов деревообрабатывающего производства. Строительство котельни времени занимает собой от 4 до 5 месяцев с момента подписания нашей компании договора аренду на землю. Ранее физически и по законодательно невозможно. Поэтому, если смотреть на начало отопительного сезона на 15 октября, естественно, начав строительные работы в апреле, в марте месяце, мы спокойно укладываемся в сроки и входим нормально в отопительный, сможем войти нормально в отопительный сезон 2018 года. Какие плюсы этого проекта? Самый большой и важный плюс – это, естественно, ценовая политика. На сегодняшний день, если сравнивать тариф, который есть сегодня в городе Славутич, то, если я не ошибаюсь, в районе 2200 гривен тариф у ЖКХ и альтер. Ну да, 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 совершенно верно. Два тарифа, отдельно для бюджетной сферы, немного для коммерсантов, для населения. Также есть тариф, насколько мы осведомлены, это альтернативная котельная, которая тоже находится недалеко от городской котельной. Там тариф, если я правильно информирован, в районе 1800 гривен с НДСом. Наша компания изначально, с момента начала диалога по строительству котельной, предлагает, готова уже предложить тарифы, которые будут значительно меньше, чем тариф действующей городской котельной от газовой составляющей, естественно, и дешевле, чем тариф, который предоставляет сегодня альтернативная котельная, о которой я уже говорил. Общее понижение стоимости планируется в 15-20% от тех тарифов, которые уже на сегодняшний день есть в городе Славутич. Если переводить каждую гигакалорию, разницу по гигакалории на количество потребленной гигакалории, это по данным городской котельни, это около 100 тысяч гигакалорий за сезон. Ну, то умножьте на 400 гривен, вы понимаете, какая экономия, в общем, будет по городу, как для населения, так и для бюджетной сферы. Естественно, при строительстве данного объекта, это в том числе это создание рабочих мест. Я не буду говорить о новых местах, потому что, в первую очередь, конечно, мы рабочие места будем предлагать тем людям, которые работают на городской котельне. В связи с тем, что объемы производства тепловой энергии на городской котельной уменьшаются, соответственно, будет немного освобождаться рабочие места. Мы с удовольствием будем забирать на работу тех людей, которые изъявят желание перейти работать в нашу компанию. Газовая котельная при этом она не закрывается. Наше видение, она не должна закрываться, и технологически она не будет закрываться, потому что транспортировка и поставка тепла... Да, ну, совершенно верно, да, правильно вы говорите. Труба – это городская. КП ЖКХ будет получать денежные средства за транспортировку и за поставку тепловой энергии. В отопительный сезон эта сумма составляет приблизительно около 7 миллионов гривен за отопительный сезон. При том, скажем так, нагрузка по налогам, опять же, уменьшается значительно на котельню. Загальна економія для міста становитиме до 12 мільйонів гривень. Наша компанія придерживается однозначної точки однозначно это получение официальных висновков на выбросы. Если, скажем так, любой сможет зайти в Google посмотреть, выбросы в окружающую среду менее чем от выбросов от газовой составляющей. Поэтому с экологией будет все в порядке. Соответственно, естественно, проектными решениями предусматривается установка фильтров, економайзерів, дымососів і так далі. Також на території котельні планують збудувати міні-теплоелектростанцію, завдяки якій буде вироблятись і гаряча вода, та установлене власне виробництво пілетів. Як зазначив генеральний директор компанії Руслан Шава, проблем з поставками палива не буде, так як щодо цього уже укладені договори з 6 компаніями та лісгоспами. Але все одно такої потужності для
для обігріву всього міста буде недостатньо. Тому товариство «Наше тепло» зацікавлене у співробітництві з основною міською котельнею. Але, звичайно, є і деякі ризики, тому перемовини потрібно проводити. Люди хочуть побудувати альтернативну котельню, замінити 160-180 мегаватну котельню на 30 мегаватт. Естественно, монополисты не могут, а может и будет на нее 100%. То, что угробят газовую котельную, это 100%. Даже бами не ходить. А чем угробим? Ну, вы дайте ей постоять один период, полпериода. Вы не найдете, не соберете туда людей. Раз. Это сложный организм, сложный процесс, его разрывать нельзя. У нас есть своя котельная в городе Славутич. Она по мощности своей больше, чем та мощность, которая необходима сегодня для города. С учетом тех мероприятий, которые мы проводим, и мощность, необходимая мощность тепловая, которая будет она вырабатывать, будет падать все равно в любом случае. И для всех понятно, потому что сегодня вопрос экономии номер один. Причем мы уже неоднократно упирались в этот вопрос, это то, о чем сегодня говорили. Чем меньше вырабатывает наша котельная тепла, тем дороже у нас становится 1 гигакалория. Независимость стоит денег, безопасность в том числе стоит денег. Единственный способ сэкономить нормально, это вырабатывать тепло исключительно на альтернативных источниках. Мы сейчас запускаем на рынок тепла еще одного игрока. Понятное дело, что вы начнете играть чем? Демпингом цен. Это выгодно потребителю. Это выгодно всему городу. Но в идеале это, конечно, должно быть предприятие, которое производит основным своим продуктом электричество, тепло побочное, которое идет, ну, может идти, скажем так, совсем по другому тарифу. Потому что мы сегодня, опять же, если мы размещаем котельную там, и вы отпускаете только одно тепло, и летом, если вы захотите дать горячую воду, так для прогрева всего контура города, для того, чтобы это, ну, она циркулировала просто, только для этого нужны деньги, которые сопоставимы с той суммой, которую вы будете получать непосредственно за саму горячую воду. То есть, ну, там, овчинка выделки не стоит. Все зрозуміли, про що йде мова, але весь час, коли ми говоримо, у нас монополія, і ми намагаємося підвищити ефективність монополії. Ефективність діяльності цього підприємства може підвищити лише конкуренція. Більше нічого, ніякі нове керівництво, ніякі компанії можна на певний час десь оптимізувати виробничі процеси. Однак вони знову повернуться до вихідної точки. Безумовно, значна економія, гарантії, сучасне екологічно безпечне обладнання і будівництво підприємства в короткий строк. Та ще й за власний рахунок самої компанії, що становить близько 60 мільйонів гривень. І це вражає. Та хоч під час обговорення, яке тривало біля 2 годин, було поставлено багато різноманітних запитань і пропозицій для міської влади, переважною більшістю присутніх на засіданні цей проект будівництва нової екокотельні у Славутичі було підтримано.